Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая песочница по типу People Playground на Android от разработчиков популярной игры под названием Kick the Body. Возможно, вы в нее играли. Она реально очень популярна, более 100 миллионов скачиваний. И вот разработчики решили выпустить песочницу по типу People Playground на Android. Ё-моё, какая это уже по счету, а? 765-я? Но все равно... Песочницы прикольные, потому что можно делать все, что ты захочешь. Тут также есть главный персонаж Бадди и другие персонажи. Сейчас мы с вами более подробно разберемся. Кстати, тут написано, что в скором времени можно будет даже создавать свои карты. Это, конечно, очень круто. Также перед вами взломанная версия. Можно брать все, что ты захочешь. Ну и ссылка в описании на оригинал тоже будет. А АПК взломки будет в телеге. Так, персонажи Бадди из игры Kick the Body. Хорошо. Это у нас знакомый, но не могу понять, кто это. Это легендарный Стив. Это кто? Напишите в комментариях. Зомби из Майнкрафта. Это тоже знакомая из мультика, забыл как, это Наруто, понятно, это Дэдпул, это God of War. Хорошо, вот такие вот персонажи. Ближний бой, тут ножики всякие, бензопила, молот Тор, сейчас протестируем, пистолетики, автоматики, огнемет, эти, как его еще, скажите мне, эти бомбы-взрывчатки, да как, гранатомет, во. Тут мина, граната, бочка с огнем, с горючим, да? Тут у нас получается есть такой вот аккумулятор, с помощью которого можно поджарить человечка. Как? А вот так вот. Нажимаем сюда, теперь выбираем провод и тянем от нашего NPC на наш аккумулятор. Теперь нажимаем на аккумулятор, переключаемся на камеру, три точки и нажимаем включить. Все, ого! Этих тоже всех зацепило. Я хотел по порядочку вам показать, а получилось так, что такая цепная линия пошла, и все они заряжились. Нормально, нормально. Берем молот Тора, растягиваем камеру, и вот так вот. Бум! Хорошо, вот это электролизация. На! Даже FPS проседает, ну конечно. Давай, бочка, взрывайся, хорошо. Не хочешь взрываться? Ладно. Это у нас такое приспособление, чтобы построить, допустим, ракету. Нажимаем три точки, включить, все, заработало, полетело. Опаня, хорошо, давай, полетели. Все, она будет летать, пока я не выключу. Но все-таки можно создать что-то типа летающей ракеты, самолета и тому подобное. Или даже машины, потому что есть колеса и различные провода, чтобы соединять объекты, чтобы что-то красивое получилось. Так, тут понятно, вот что еще будет добавлено в скором времени. Так, что еще? Это я уже вам показывал. Вот, видите, колесики различные, чтобы вам было удобнее что-то строить. Так, это что такое? Это сохранить. Так, здесь мы уже с вами были. Это что такое? Ого, нормально, нормально. Один тонна. Один тонна. Одна тонна. Так, что теперь? Заспавним человечков, а то что-то скучно без них, да? Бадди, бадди, еще больше бадди. И вот так вот шариком прокатимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творит? Давай еще. Давай, падай, падай, падай. Но, вот это да. А давайте сбросим одну тонну на нашего персонажа. Так, молотора надо выкинуть. Да что там творится? Давайте все очистим, что-то непонятки какие-то происходят. Все, очистили. А то там реально какая-то битва месиво идет. Возьмем автоматик, опять же бадди, почему бы и нет. И стреляем, да-да-да-да-да-да. Даже какая-то эмоция появляется на лице у нашего персонажа. Типа, ай, больно-больно, да? И продолжаем стрелять. Бас, переключились. Так, сейчас мы его подожгем. Вот, огнемет, да? Это же огнемет, да, все верно, огнемет. Все, гори, братишка, гори-гори. Это у нас гранатомет. Опаня, ого, вот это взрыв. Вот это взрыв, посмотрите. Ну и что, концовочка будет такая. Заспав в нем очень много зомби из Майнкрафта. Еще, насколько это возможно. Все, кончились персонажи и нужно как бы время ждать 20 минут. Да, разработчики в своем репертуаре постоянно такое добавляют. Берем гранатомет и... Ой-ой-ой, подожди, что-то я сделал. Не, я по-другому хотел. Ну, давайте мину кинем. Еще мину. Здесь бочка, граната. Короче, будет бомба. Потом оберем, я не знаю, что. Блин, что я хотел взять? А, ну, гранатомет. Так, берем его. О, мы в руки дали. Нормально, нормально. Все, держи, зомбак, стреляй.
Подожди, ну стреляй, стреляй, подожди. А, чё, активация надо? Ну здесь нету кнопочки активации, ты должен как-то сам стрелять. Давай, стреляй, ё-моё, придурок, пошёл ты. Да, во, всё, отпустись, я сам тебя взорву, на. Ну что, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.